В Москве 5 июля состоялось совместное заседание Высшего Совета и Генерального Совета Единой России. Конференцию вел председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев. Участники обсудили результаты работы партии, поставили задачи, озвучили новые идеи и предложения. В первую очередь была затронута тема национальных проектов. По мнению Дмитрия Медведева, население должно знать о них как можно больше. Поскольку партия считает национальные проекты своим приоритетом, значит, если о них известно мало, это означает только то, что мы с вами просто не очень хорошо работаем. Нужно этим заниматься более активно. Это может быть и личное общение, это могут быть, естественно, публикации в средствах массовой информации, интернет, все что угодно. Но люди должны знать, что делает в целом страна для того, чтобы идти вперед. На заседании премьер-министр обратил внимание на то, что журналистам часто приходится идти против властей, чтобы рассказать о тех или иных проблемах. Он заявил, что партии следует поддерживать такие расследования, если они проводятся честно. Дмитрий Медведев потребовал открытости и от единороссов, которые проходят процедуру предварительного голосования по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления. По его словам, все предложения кандидатов должны приобретать письменную форму и быть максимально прозрачными. Кандидаты должны обязательно публиковать те предложения, те инициативы, ради выполнения которых они хотят участвовать в партии. Вот тогда, ну, во-первых, их моральное обязательство приобретет уже письменный характер, что очень важно. Избиратели всегда смогут сказать: слушай, ну ты же вот об этом говорил, вот, пожалуйста, это зафиксировано. Почему ты ничего не делаешь? Ну, а с другой стороны, мы поймем, с чем идет конкретный кандидат.